Снова факел потерял, к сожалению, 2 очка в тяжелой игре. Какие твои впечатления первые об этом матче? Что скажешь? Пропустили какой-то нелепый гол из ситуации, которая предвещала ничего. После этого игра сломалась. Забили пенальти. Не знаю, говорят, что был. Нам наши ворота поставили. Все потом бились о стену. Не смогли забить. Дим, что с тобой случилось? Почему вынуждена явно замена? Я тоже, что я кого-то не лучше. В таких полях нельзя футбол играть. Спасибо, Дим. Спасибо.